Сегодня в программе. Вообще не понимаю, почему Андрей не хочет со мной разводиться. Ведь я оставляю ему четырехкомнатную квартиру, я отказываюсь от алиментов, а он хочет забрать у меня дочь. Маргарита Рогова изменила своему мужу Андрею и полагает это достаточной причиной для развода. Но несмотря на то, что Маргарита оставляет Андрею их общую квартиру, забирает дочь и не требует алиментов, муж на развод не согласен. Наша семья имеет определенный статус. Чтобы войти в нее, надо этому соответствовать. Мне просто стыдно за нее перед своими друзьями. И я рада, что мой сын осознал свою ошибку в итоге. Сын состоятельных родителей Эдуард Синьков и официантка Анна поженились по любви тайком от семьи Эдуарда. Но спустя 10 лет их отношения рухнули. Супруги уверяют, что хотят поскорее развестись, но не могут договориться, с кем из них останется их сын Миша. Однако оба скрывают свои истинные намерения. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Роговой Маргариты Павловны к Рогову Андрею Михайловичу о расторжении брака, а также об определении места жительства несовершеннолетней дочери Роговой Татьяны 5 лет с ней. Ответчик Рогов Андрей Михайлович иск не признает, но в случае развода просит определить место жительства ребенка с ним. В браке прожили 5 лет. У вас несовершеннолетний ребенок, девочка, ей 5 лет. Дело слушается с участием представителя органов опеки и попечительства Крамаренко Татьяны Борисовны. Маргарита Павловна, пожалуйста, суду называйте причину, по которой вы решили расторгнуть брак. Все очень просто, Ваша честь. Я изменила мужу, переспала с другим мужчиной, который дал мне почувствовать себя настоящей женщиной, раскрыться. Я вообще не понимаю, почему Андрей не хочет со мной разводиться. Ведь я оставляю ему четырехкомнатную квартиру, я отказываюсь от алиментов, а он хочет забрать у меня дочь. Хорошо. Ну, скажите, пожалуйста, значит, вот 5 лет назад вы приняли решение выйти замуж за этого человека. И завели общего ребенка, планировали жить. Что поменялось? Почему так произошло? Дело в том, что, Ваша честь, мы познакомились с Андреем в офисе одного застройщика. Я приехала туда смотреть квартиру, чтобы взять ее потом в ипотеку. И риэлтор водил нас, показывал квартиры. Так мы и познакомились. Андрей потом предложил подвезти меня к метро, довез меня до общежития, завязалась беседа, мы обменялись номерами телефонов, потом стали общаться, созваниваться, встречаться. Родился ребенок, потом поженились, сложили наши капиталы и купили квартиру. Но если говорить о том вообще, что как вообще вот мы так, почему мы поженились, да, когда меня Андрей вез домой, он мне сказал, что было бы неплохо, если бы мы взяли и поженили, сложили вот наши деньги и не покупали квартиру в ипотеку. И тогда, может быть, на подсознательном уровне у меня это отложилось. И, наверное, как бы это ни банально звучало, наверное, поэтому я и вышла за него замуж. Понятно. А вообще, вы знаете, мы занимались долго ремонтом квартиры, и дочку мою отдали моей маме. Ходили, выбирали обои, выбирали сантехнику, все было хорошо. Мы даже пошли вместе на курсы дизайна интерьера, но когда ремонт закончился, вы знаете, нам даже и поговорить стало не о чем. Андрей Михайлович, а вы согласны на развод? Нет, конечно, Ваша честь, это большое недоразумение. Я за эту измену Риты давно простил. Это не стоит того, понимаете, рушить нашу семью. У нас маленький ребенок. Я просто не представляю, как сказать своей дочери о том, что мы с мамой больше не вместе. Я против развода, и я настаиваю, если все-таки он случится, то пусть ребенок останется со мной. Понимаете, Рита, она не то что мать, она стюардесса. Ее дома не бывает. Она по полторы недели отдыхает максимум, а весь месяц пашет. Ваша честь, пока, когда я выйду замуж за моего нынешнего молодого человека, я уйду из авиации, я буду находиться дома и заниматься ребенком. Чего? Подожди. Когда я тебя просил быть нормальной женой, быть нормальной матерью, что ты мне говорил, что авиация — это вся твоя жизнь?
А что сейчас поменялось или что? Я не понял, подожди. Андрюш, а ты вспомни, когда я в декрете была, а кто нашу семью содержал на мои декретные? Кто жил? Не ты ли? Как можно вообще с тобой жить? Ты обычный менеджер в автосалоне, а мой нынешний молодой человек крупный и успешный бизнесмен. Я на него могу положиться, что он обеспечит семью, а ты как можешь ее обеспечить? Татьяна Борисовна, интересно мнение органов опеки и попечительства. Ваша честь, мы обследовали жилищные условия, да, с кем оставить ребенка. Но я начну с папы, потому что у него, собственно, у него хоть квартира есть. Значит, в данном случае у него действительно, у него есть прекрасная четырехкомнатная квартира, в которой они раньше жили. У ребенка там своя комната с игрушками, с развивающими играми. Ну, в общем, со всем, что надо ребенку. В очень хорошем районе квартира находится. Рядом школа, рядом детский сад, какие-то спортивные площадки, бассейны, все, в общем, все совершенно замечательно. Значит, Андрей Михайлович у нас работает старшим менеджером в автосалоне, у него достаточно денег на содержание ребенка, вполне достаточно. Потом, значит, мы были у Маргариты Павловны. Маргарита Павловна, там такая ситуация. Она сейчас, своего жилья у нее нет. Она живет со своим другом. Друга ее зовут Завьялов Константин Григорьевич. Она живет сейчас в его квартире, как бы, как нам было заявлено, в центре города. Квартира огромная, у ребенка тоже своя комната. Но когда мы это все стали выяснять, оказалось, что никакого заявления в ЗАГСе нету, ничего нету. Все это вилами по воде. И главное, квартира не его. Квартира съемная. А договора длительного, потому что мы можем определять место жительства ребенка, если есть договор на длительный срок. Нет, там ничего этого нет, вообще никакого договора. То есть он договорился, что кто-то его пустил там вот перекантоваться на неделю, как говорится. Ну, значит, мы даже не стали описывать эту площадь, потому что ну что же мы будем описывать площадь чужого человека как место жительства ребенка. Психолог поговорил с ребенком. Значит, психолог сказал такую вещь. Девочка нам сказала, что когда мама улетает в какие-то рейсы, она остается с нянями. Мы говорим, сколько же у тебя нянь-то? Она говорит, да вот, ну, много. Мы говорим, ты их любишь? Она говорит, а у меня каждый раз разные, я к ним не успеваю привыкнуть. Но мы спросили, говорит, Маргарита Павловна, а почему у ребенка каждый раз разные няни? Оказывается, ее вот этот друг совершенно по-хамски с ними обращается, беспардонно, по-хамски, хамит, грубит. Ну и они не хотят просто там жить. И поэтому они уходят, приходят новые няни. И, в общем, как только она уезжает, ребенок остается каждый раз с новым человеком. То есть, соответственно, ребенок каждый раз... Ну, постоянно травма. Конечно, да. А ребенок сам с кем хочет жить? С мамой. Тем не менее, ребенок очень любит маму и хочет жить с мамой. И мы, в общем, здесь мы солидарны. Что девочки действительно лучше с мамой. Маргарита Павловна у нас достаточно зарабатывает денег. Она в любом случае будет, она с этим... Константином не будет, она может себе снять квартиру или разменять эту четырехкомнатную квартиру. Там у нее же есть жилье, они зарегистрированы в этой четырехкомнатной квартире. Никто не мешает ей ее разделить и получить свою площадь. Хорошо. Так что ребенка с мамой. Спасибо вам большое. Истец. Вы знаете, мы уже наняли моей дочке уже хорошую няню с педагогическим образованием. Ну, хорошие, видите, как они меняются. Дело не в их качестве, а дело в их количестве. Вы знаете, я хотела бы пригласить сюда Завьялова Константина, чтобы он объяснил, почему наш брак уже с Андреем невозможен. Угу. Ну, понятно. Давайте выслушаем Завьялова Константина Григорьевича. Константин Завьялов, вы пройдемте. У вас планы одни, у него могут быть совершенно другие. Здравствуйте, Константин Григорьевич. Здравствуйте. Константин Григорьевич, суду стало известно, что если в случае расторжения брака Маргарита Павловна собирается жить с вами, это так? Да, все верно. Вы планируете взять на себя ответственность не только за нее, но еще и за ее маленькую дочку? Конечно. Планируете, да? Костя, квартира это твоя? Да блин, ты как бы не переживай за квартиру. Она пока что в аренде. Но у меня с хозяевами есть договоренность, что если нас там все устраивает, то я ее потом просто покупаю. Поэтому даже можешь не париться по этому поводу. Угу.
Ну, Константин Григорьевич, понимаете, сейчас вот перед судом стоит вопрос, сохранять ли брак супругов. И вы говорите, у вас есть договоренность насчет квартиры. Угу. Договоренность и договор – вещь разная, правда? Угу. Ну да. Ваша честь, вообще, что хочу сказать. Изначально, ну, мы с Ритой познакомились летом в Турции. Я там отдыхал, вот, а она там была якобы по работе. Ну, она же у нас стюардесса, то есть между рейсами им положен отдых. Вот. Я ее как увидел, ну, сразу же ее фигуру срисовал, волосы на ветру развиваются. Ну, и, грубо говоря, сразу же в нее и влюбился. Вот. Подошел в барчике к ней, предложил выпить, угостил коктейлем, пообщались. Вот. Ну, и в тот же вечер я ей показал Анталию, ночную. Ну, понял то, что женщина недолюбленная, как бы, ну, и в принципе... Как-то тоже... вы так поняли это сразу, что женщина недолюбленная? Ну, она мне еще тогда сказала, что замужем. Вот. Ну, я, в принципе, понял, что это лишь только формальность, которая на документах. Ну, как бы тогда все и случилось у нас с Ритой. Подробности ваших отношений суд как раз не интересует. Интересует ваша возможность взять ответственность за воспитание ее ребенка, если вы планируете жить вместе. Ваша честь, ну, что я могу сказать? Вообще, как бы, я парень не бедный. У меня есть свой бизнес, который достаточно успешен. У меня очень много деловых партнеров. Вот, то есть обеспечить семью элементарными вещами я смогу. Это как с квартирой? Одежда, отдых. Да почему как с квартирой? Ну, вы потому что органам опеки и попечительства сначала заявили, что это квартира как ваше место проживания, где будет проживать ребенок. А оказалось, что даже и речи о том, чтобы проживал ребенок, не идет, потому что нет постоянного договора. Завтра вы поменяли настроение, поменяли отношения с хозяевами квартиры, ребенок остался на улице. А вы сейчас говорите, я серьезный бизнесмен. Серьезный бизнесмен имеет свое жилье. Ну, ваша честь, это не проблема, я же вам еще раз повторяю. Ну, решите эту проблему. Я, как бы, мы с Ириной этот вопрос решим, то есть я сразу же приобретаю имущество, и то есть никаких проблем дальше просто-напросто не может быть. Это я вообще Риту убедил в том, то, чтобы не заниматься дележкой квартиры, потому что этот процесс достаточно муторный и долгий. Вот. Да и плюс ко всему мы с ней побыстрее хотим узаконить свои отношения. Какая мерзость. А ты можешь вот эти вот подробности оставить при себе? Не надо рассказывать, как ты с моей женой спал, хорошо? Ваша честь, я хочу с ней развестись, никаких связей больше не иметь. Можете, пожалуйста, пригласить моего свидетеля? Это наша няня Ирина Коршунова. Она сейчас все расскажет вам в подробностях. Да, Коршунова Ирина Геннадьевна сейчас здесь. Приглашайте ее. Ирина Коршунова, кто? Это я. Вы пройдемте. Что можешь сказать? Человек, который вас пришел и ушел? Проходим. Здравствуйте, Ирина Геннадьевна. Вы няня? Да. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, с кем из родителей лучше остаться девочке? С отцом или с матерью? Понимаете, я работаю няней у Танечки уже больше года. Эта девочка непростая. Несмотря на то, что ей сейчас 5 лет, у нее подорванная нервная система. Синдром брошенного ребенка. Ну, как и у всех детей, которых бросили мамы. Ну, или умерли при родах. Как у меня, например. Маргарита Павловна постоянно в рейсах. Ее бывало неделями нет. А когда возвращается, почти сутки спит. А потом куда-то гулять уходит. И часто возвращается выпившая. А потом опять надолго улетает. Так что неудивительно, что, по словам Андрея Михайловича, первое слово Танечка сказала «папа», а не «мама». Ира, ты какого фига тут стоишь и врешь вообще? Вообще с ума сошла, что ли? Какой алкоголь вообще? Ты в своем уме? Я вообще когда пила? Успокойся. Я пью только по праздникам, и то редко. Я вообще в рейсы летаю и деньги зарабатываю, как лошадь. Тебе вообще зарплату кто платил? Я не вижу, кто рейсы летает. Вообще, что ли, уже? Ку-ку, блин. Ваша честь, этой женщине оставлять ребенка нельзя. Во-первых, как я уже и говорила... Ей совершенно все равно на девочку. А во-вторых, она воспитывает ее руками, то есть бьет. Однажды, когда у Танечки была температура, она заболела, плакала, не могла спать. Вместо того, чтобы вызвать врача доченьки и дать лекарство, она набросилась на нее кулаками. Представляете? Видите ли, потому что Танечка не дала ей выспаться после рейса. Эта женщина просто настоящий монстр. Ваша честь, все, что здесь сказала вот эта вот блондинка ненормальная, которая у нас работала, которой я платила зарплату,
А вообще это все неправда. Я прошу пригласить сюда сейчас Захаревич Ольгу, это моя подруга, такая, которая со мной работает в авиации. Она объяснит, почему ребенка нельзя оставлять вот с этим человеком. Хорошо, ходатайство удовлетворено. Приглашается Захаревич. Ольга Захаревич, вы? Пройдемте. Я зарабатываю деньги, вообще езжу по рейсам, содержу всю семью, и это вот тоже здравствуйте, Ольга Александровна, скажите, вы считаете, что Андрей Михайлович плохой отец, недостаточно хорош, чтобы ребенок остался с ним? Я бы вам рассказала, что он год назад оставил Танечку одну в машине без кондиционера в 30-градусную жару. Она чуть не задохнулась. Оль, успокойся. Она просто придумала. Я отошел на 5 минут. Это детская фантазия. Что ты несешь, а? Как у всех детей бывает. Да это все ерунда уже. Вы знаете, я такие новости узнала. Я считаю, что вам нужно забрать заявление из суда и жить дальше хотя бы ради ребенка. Чего? Оля, ты спятила? Я сейчас все объясню. Когда я подходила к залу суда, я увидела любовника, я увидела нянечку, и они между собой общались, как будто знают друг друга 1000 лет. А сами тут нянечку какую, простите? Коршунову. Зачем вы говорите, если не знаете? Я его вообще сегодня впервые увидела. Он мне просто в курилке анекдоты рассказал. Знаете, смешно было. Вы знаете, у меня было время для того, чтобы все выяснить. Я залезла в смартфон, нашла Коршунова, нашла нянечку и увидела, что они знакомы год назад. Она поздравляет: братик, с днем рождения, я тебя поздравляю. И я вообще, я с вас угораю, это такой цирк. И когда мы сидели однажды с Андреем дома, когда Риты не было, мы пили кофе, и я заметила, что нянечка неровно дышит к Андрею. И она подходит и говорит: вы знаете, Андрей Михайлович, я вам рубашечки все погладила, пуговку к пуговке. Какие рубашки? Какая сестра? Я вообще ничего уже не понимаю. Вообще, что здесь происходит? Константин Григорьевич, вы действительно приходитесь братом Ирине Геннадьевне и как-то скрыли этот факт от Маргариты? Ваша честь, да. Мы единоутробные. Папаша только разный у нас. Что ты несешь здесь, идиот? Да потому что мне, в принципе, уже этот цирк надоел, эта игра. Мне, если честно, уже перед Ритой очень сильно неудобно. Так, а почему же вам неудобно? В какую игру вы играете? Поясните суду, пожалуйста. Ваша честь, в общем, знакомство с Ритой, в принципе, оно началось с обмана. Моя сестра подговорила меня соблазнить Риту. Вот. Ну, она, в принципе, знала расписание рейсов, самолетов. Ну, я как бы и рванул в Анталию, чтобы познакомиться с Ритой и наладить с ней какие-то отношения. Вот. Ну, в принципе, при моей-то внешности, то есть мне этого особо труда не составило. И как бы я знаю, что сказать женщине, чтобы она за мной потом пошла. Ну, плюс друзья, знакомые помогли с крутой квартирой, машину дали крутую покататься. Ну, то есть я просто создавал иллюзию того, что я являюсь успешным и богатым человеком. А с какой целью? Зачем вам это надо? Время столько тратить. Ладно, силы. Скрывать уже нет смысла. Знаете, просто мой брат настоящий соблазнитель. Любую в постели ложит. Поэтому я рассказала все Андрею, а он у меня и попросил, чтобы соблазнить Риту. Зачем? Андрей Михайлович, вы действительно подговорили Константина Григорьевича соблазнить вашу супругу? Ваша честь, пожалуйста, не делайте, пожалуйста, меня афериста. У нас с Ириной все к чертям уже очень давно идет, понимаете? Я давно ей говорю, что мне нужна жена, моей дочке нужна мать. Она вечно летает в своих чартерах туда-сюда, и... А мне что делать? Я за это время хорошо начал общаться с нашей няней Ириной, и мы даже начали встречаться. Вот. И она настоящая, понимаете? Ну, о чем ты сказала? Андрей Михайлович, почему нельзя было просто развестись с Маргаритой Павловной, раз вы полюбили другую? Зачем надо было подсылать к ней соблазнителя? Зачем все сложно так? Понимаете, я не был уверен в том, что надо разводиться с Ритой. И Ирина предложила мне такой ход, проверка для жены. И подослала своего брата Альфача. Но кто знал, что она с ним переспит первый же день? Андрей, ты все врешь, да, я конечно. Все поняла. Ты мне специально подослал этого Альфонса для того, чтобы я не подавала иск о разделе имущества. Он мне что говорил? Он говорил, что я тебя люблю, давай ты не будешь долго разводиться, дай ему сразу все, я тебя обеспечу. Это были чьи? Твои, получается, слова это были? И что? И что тогда? Мы бы, значит, я бы осталась что вообще? Без получается, без всего.
Это же вообще кошмар какой-то просто. Ваша честь, я заявляю иск о разделе имущества пополам, потому что я тоже вкладывалась в эту квартиру. Вот, пожалуйста, у меня есть документы. Да погоди, какой пополам? Это ничего, что я ремонт свои деньги вкладывал. Холодильник тоже купил я. Мелочный ремонт. А ты вообще что? Ты собирался меня после этого суда на улицу выставить с ребенком? Ты вообще... Рит, я, конечно, все понимаю. И на самом деле тебе, наверное, будет достаточно тяжело поверить. Но я действительно в тебя очень сильно влюбился. Я готов завязать со своей нынешней работой. Я готов найти себе новую работу, другую, и жениться на тебе, создать семью с тобой. У меня только к тебе единственная просьба, Рит, будет. Пускай ребенок будет у Иры с Андреем. Правильно. Так будет лучше. Да. Я пока что, сейчас. В принципе, не готов к чужим детям. Ну, а потом как-нибудь своих сделаем. Офигеть, Костя, ты вообще нормальный ребенок? Это что, тебе какая-то игрушка? Захотел, выкинул, захотел. Это мой ребенок. И ты что, думаешь, что я буду жить с Альфонсом? Соглашайся. Это что, это я что, себя на помойке, что ли, нашла? Ты не вообще ужас какой-то. День. Судья, разводите нас, пожалуйста, побыстрее. И я надеюсь, что встречу когда-нибудь нормального мужчину без диагноза. Суд удаляется для вынесения решения. Нормального. Да, сама-то нормальная? Попали. Далее в программе. Наша семья имеет определенный статус. Чтобы войти в нее, надо этому соответствовать. Мне просто стыдно за нее перед своими друзьями. И я рада, что мой сын осознал свою ошибку в итоге. Сын состоятельных родителей Эдуард Синьков и официантка Анна поженились по любви тайком от семьи Эдуарда. Но спустя 10 лет их отношения рухнули. Супруги уверяют, что хотят поскорее развестись, но не могут договориться, с кем из них останется их сын Миша. Однако оба скрывают свои истинные намерения. Нашлась мама. Оглашается решение суда. Иск о расторжении брака и разделе супружеского имущества удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Произвести раздел супружеского имущества. Признать за каждым из супругов право собственности на 1/2 доли квартиры. Иск каждого из родителей об определении места жительства ребенка оставить без рассмотрения. Суд оставляет без рассмотрения иск каждого из супругов об определении места жительства их несовершеннолетней дочери, потому что у супругов общее место жительства. Место жительства ребенка по месту жительства отца или матери определяется при раздельном проживании родителей. При таких обстоятельствах суд оставляет иски об определении места жительства ребенка без рассмотрения. Органы опеки и попечительства будут обязательно держать на контроле вашу ситуацию, потому что здесь органы опеки и попечительства и государство стоит на страже интересов ребенка, независимо от того, какая личная жизнь у родителей. Судебное заседание объявляется закрытым. Квартиру, классно устроилась, да? Рит, да ни копейки в ремонт не вложила. Да зачем? Вообще, я не хочу никого слышать. Я в этот ремонт все свои деньги вложил, в холодильник покупал. Оставьте ее в покое. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Синькова Эдуарда Алексеевича к Синьковой Анне Викторовне о расторжении брака и определении места жительства несовершеннолетнего ребенка Михаила, 10 лет, с истцом. Ответчик Анна Викторовна на развод согласна и выдвигает встречный иск об определении места жительства ребенка с ней.
В зарегистрированном браке вы 8 лет, у вас общий ребенок Михаил, ему 10 лет. Споры о разделе совместно нажитого имущества у вас нет. Дело слушается с участием представителей органов опеки и попечительства Есиной Натальи Борисовны. Эдуард Алексеевич, вы как истец сначала изложите суть вашего иска, то есть причину развода. Ваша честь. Ну, дело в том, что мы, в принципе, поженились, по сути, из-за ребенка. А не надо было так поступать. И вы поймите, мы просто с Аней из разных миров. Моя семья имеет семейный бизнес. А Аня, ну, когда мы с ней познакомились, она была официанткой. И как-то все просто очень быстро закрутилось, завертелось, этот роман. А потом она забеременела, и родился Мишка, наш сын. Ну, мы и поженились. Но вы поймите, это даже больше Аня настаивала. Она меня упрашивала, говорила, что нужно все сделать по-человечески, чтобы ребенок был законным. И я согласился на это. Но в итоге ничего и не получилось. По сути, моя семья ее как не принимала, так и не принимает на сегодняшний день. Да и, в принципе, Аня сама понимала, что никак не вписывается в нашу семью. И Аня со мной в этом плане согласна. Поэтому мы и договорились, что нам нужно развестись. Ну, а ребенок остается со мной. Нет, ребенок не останется с тобой. Понимаете? Я согласна насчет развода. Я не спорю с этим. Эдик прав, да. Мы с ним не пара совершенно, конечно же. Мы, когда встречаться начали, ну, мы тайно начали встречаться от его семьи, потому что у него там мама такая деловая, она бизнесом занимается, управляет всей там целой сферой. Но она хотела, чтобы ее сын, конечно же, с девушками своего круга исключительно встречался, общался. А я ведь, я совсем не такая, я из простой семьи, там, блин. И мы поженились уже, когда у нас ребенок родился, втайне от свекрови. Ну, потом свекровь прилетела, она, когда мы женились, мы, она улетала за границу. Потом она прилетела, и мы стали ссориться безумно просто. То есть это она все подстраивала. Мы стали ссориться сначала с ней, потом с мужем просто. Я больше вообще, я не хочу находиться в их семье, я там совершенно просто лишняя, чужая. Сейчас мы, пускай, ошибку нашу исправим с помощью развода, но сын, нет, я не могу сына оставить, понимаете, ну, в чужой семье. Я изначально хотела, да, он меня уговорил и все такое, но мне люди даже все стали говорить: Аня, ну как так, ну как ты ребенка в чужой семье оставишь, ну это невозможно. И потом, знаете, мне сон снится. И там Миша вот один стоит и ручки ко мне так тянет, тянет и кричит: мама, мама, ну это не просто сон, Эдик, ты понимаешь, я не должна от своего сына отказываться. Ну с чего вы вообще должны отказаться от своего сына? Я не хочу. Какие есть основания у вас не воспитать его? Я попрошу представителя органов опеки и попечительства высказать мнение. Да, Ваша честь, ну изначально Анна Викторовна была согласна, чтобы мальчик оставался с отцом, поэтому ее сны и сновидения нам, так сказать, в диковинку. Потом она опять переменит мнение. Ну, ладно, это, так сказать, субъективные. Но то, что касается объективных фактов, то есть, вот, пожалуйста, акт обследования жилищных и материальных условий истца и ответчицы. Ну, то, что касается истца, это шикарный трехэтажный особняк с собственным садом, игровая площадка для Миши. То есть все условия для развития ребенка. У него своя комната, полностью оборудованная, новый компьютер, квадроцикл. Еще речь шла о бабушке. Бабушка очень внимательно относится к воспитанию сына. Она делает с ним уроки, то есть очень много внимания уделяет. Поэтому мы, органы опеки, решили, что все-таки мальчику благоприятнее находиться с папой, так как у мамы материальных условий-то вообще никаких. Она не работает. То есть ей не на что просто кормить ребенка. Мало Послушайте, того, я устроюсь на работу. Помолчите, вас уже я послушали. Я вам клянусь, господи, всем. Да не надо мне клятвы, вы мне принесите справку о зарплате. Не нужны мне ваши клятвы. Я очень быстро найду работу. Я училась в свое время на официантку. Это очень востребованная профессия. У меня не будет с этим проблем. Я вам охотно верю. И понимаете, так это надо было сделать до суда. В нашей квартире с мамой, двухкомнатной, как они называют ее, маленькой, все такое. Нам будет очень с ней хорошо жить. Мы же там не вдесятером. Так вся Россия живет. Мы будем втроем там жить. Позовите, пожалуйста, сюда мою маму. Хорошая Светлану мать Рязанову. Должна понять, что у отца-то больше финансовых возможностей. Самой оставить. Это правильно. И образование вы ему не сможете такое дать. Я все дам своему ребенку. На
что вы это давать все будете? Послушайте, прекратите, вы несете просто ерунду, трехэтажный дом, что-то дает. В этом счастье у вас заключается. Причем здесь мы? Вы же сами хотели, чтобы ребенок остался пожалуйста, с отцом. Пожалуйста, позовите мою маму, пусть она вам тоже... На ходу переобулись, а мы теперь должны, значит, вас опять убеждать. Нет, я хочу, чтобы ребенок остался. То есть вы считаете, что для ребенка лучше остаться пока с отцом? Да, мама должна хотя бы работать. Да, а мать должна, если желает претендовать на определение ребенка с ней, должна хотя бы совершенно предоставить верно. Какую-то справку о доходах, что вполне логично. Вам надо было это сделать, тогда бы сейчас не пришлось плакать. Тем не менее, ваше ходатайство удовлетворено, и мы приглашаем вашу мать Рязанову Светлану Петровну. А, Светлана Рязанова, вы? Пройдемте со мной. Сначала сделайте, а потом говорите. В нищете с матерью, конечно. Так же гораздо лучше. В какой нищете? Я тебя умоляю. В полной нищете. Слушай, ну прекрати. Для тебя нищета, ты сам ничего не знаешь о жизни. Два угла. Живешь всю жизнь на матерные деньги. В этой семье ей, да, покоя нету, и мне уважения нет никого. Как-то пришла к ним чайку попить, посадили меня там в какой-то угол, а из другой комнаты слышались крики Эдика с мамашей, что какая семья у нас плохая, какая дочка моя им неугодная, из низов, из самых, они ее взяли, видите ли, в люди хотели вывести, да не получилось. Ну, что это такое за отношение? Дочка в слезы каждый раз постоянно плачет, у нее ребенок. Какие тут силы? Надо же воспитывать ребенка, а не реветь все время. И никакой защиты от мужа нету. Что это такое? Он ее перед мамой, перед своей, то есть перед свекровью не защищает. Безобразие полнейшее. Светлана Петровна, как с ребенком-то быть? С кем лучше оставить? А Мишенька должен с нами остаться. А на что жить будете? Ну, на что жить найдем, не пропадем. Но вы должны предоставить суду какие-то бумаги. Я так думаю, что главное тут моральная сторона вопроса и душевная. Где ребенку будет лучше? В той семье, где его будут насильно что-то заставлять делать, обучаться и так далее. Дело в том, что в вашей семье ребенку может быть голодно и холодно. Дома будут голодно и холодно, не будет это точно. Потому что Мишенька пирожки любит. Он всегда говорит, бабаня, спеки пирожки. Вкусно у тебя пирожки. Бабаня бегом тесто поставила и пирожков напекла. А потом у Мишеньки у нас гораздо лучше, свободнее. Его никто не принуждает никаким действиям, которые ему не нравятся. У нас вольготно. Кот есть, с которым Мишенька играет. И двор большой, там тоже есть. И тренажеры, и качели, и карусели. Все есть, достаточно места. А самое главное, в такой любви, душевной, теплоты и вырастим настоящего человека, не какого-то маменькиного сынка-подкаблучника, который все время все делает по указке, а будет самостоятельным парнем, настоящим. Мы с моей Анюткой его вырастим настоящим человеком, дадим ему столько любви, сколько требуется для этого. Давайте сейчас мы вызовем мою маму. Она вам прекрасно объяснит, что сыну будет гораздо лучше со мной, чем вот с этими. Да, давайте спросим ее, будет ли готова ваша мама, если ей будет тяжело взять на себя воспитание, например, сына, когда ему будет 16 лет, и он будет ходить сигареты прятать у нее по шкатулкам с бриллиантами. Вот посмотрим, ваша мама, не скажет ли она, ой, нет, вы знаете, вот это к маме, вот такого вот, вот хорошенького, пухленького я себе оставлю, а вот этого вот курящего, вот давайте его к маме. Нет, мама обожает Мишу. Это вы так думаете. Я это знаю, ваша честь, и меня посмотрим. Прекрасно. Любит, давайте мы... спросим ее сейчас. Давайте Лазареву спросим. Инну Николаевну приглашаем. А что, разве нет? Инна Лазарева, вы? Да. Пройдемся. Полезнее. С водой будет запивать, а у меня вот Инна Николаевна, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Инна Николаевна, вы счастливая бабушка Миши. Вы проживаете вместе и планируете и дальше проживать вместе с сыном? Да, конечно, конечно. Знаете, что я хотела сказать? Что этот брак изначально был ошибкой. Дело в том, что мой сын по своей легкомысленности познакомился с неподходящей ему девицей. А она воспользовалась этим, родила ребенка. Если бы я в тот момент присутствовала бы и знала о его планах, но, к сожалению, по делам бизнеса я работала за рубежом, несколько лет жила там. И вот, представляете, я возвращаюсь,
и вижу вот эту Инну с нахальным видом и спрашиваю сына, а кто это? Это Анна. Аня. Он говорит, это моя жена. Я говорю, а вот это мой сын. И дает мне внука на руки. Вы знаете, у меня тогда чуть инфаркт не случился, когда я узнала, что это Аня из самых низов. Инна Николаевна, подождите, а вы не знали, что у вас родился внук? Это для вас было сюрпризом? Конечно. Вам его не в стадии беременности, а вручили об уже этом вот... и речь, что они обманывали меня за моей спиной. Потому еще до моего отъезда он бегал к ней, а потом она затащила его в ЗАГС. Я его, когда узнала все это, спросила, как ты мог связаться с официанткой? И, конечно, поставила вопрос о разводе. То есть, получается, вы этот брак начали разрушать даже тогда, когда он еще держался? Нет, все было не так. Эдик вначале со мной не согласился. Но прошло время, и он сам понял, что это решение было ошибочное. Вот приведу вам простой пример. Приходят к нам в гости приличные люди. Она даже встретить говорит, никого она, не может. Мне. Дальше сидим за столом, разговариваем о премьерах, бизнес-новостях, поездках. Она все время молчит, потому что ей сказать нечего. У нее же образования нет, кроме своей забегаловки, она нигде и не была. Приборы меняют, она даже не знает этикета. Я уж научится. Уж с приборами ты разберешься. Школу закончила, значит, и приборы осилит. Это ерунда, я согласна с вами. Я уж не говорю о том, что вкуса у нее нет и выглядит безобразно. Прислуги не может дать простых указаний, я бы сказала так. Ну, это тоже дело нехитрое, научится. Понимаете, наша семья имеет определенный статус. Чтобы войти в нее, надо этому соответствовать. Мне просто стыдно за нее перед своими друзьями. И я рада, что мой сын осознал свою ошибку в итоге. Ой, Инна Николаевна, но он же может ошибиться еще раз. И уже в следующий раз вас не послушает. И мы, собственно... Скажите, а что это вот за история, что Анна изначально, вот здесь упоминалось, что была готова оставить ребенка вам? Вот, собственно, я к этому и хотела перейти. Мы, собственно, уже и поговорили с Аней. Эдик втолковал ей, что с нами ребенку будет лучше. А мы со своей стороны в качестве компенсации предложили ей открыть счет и положить на него круглую сумму. Любая разумная женщина была бы этому рада. Какую сумму? Можно поинтересоваться? Сын не продается. Понятно вам это или нет? Аферу я как дура задумали? Просто дала уговорить Эдику, чтобы что он все мне говорил, я дала ему уговорить себя, то что там же ему будет лучше, понимаете? Скажите, пожалуйста, о какой сумме идет речь? И поясните мне, вы давали на это согласие? Я сначала согласилась. Сначала вы согласились. О какой сумме шла речь? Там что-то около миллиона долларов примерно было. Простите. Достойная сумма. Ой, слушайте, вы такие богатые, я представляю, что-то около миллиона долларов, да? Плюс-минус там 100-200 тысяч долларов, вы не считаете? Сейчас стыдно, что я согласилась. Нет, нет, вы скажите, какую сумму вам предлагали, миллион долларов? Примерно, да, плюс-минус там около миллиона долларов было. Плюс-минус сколько? Я не знаю точно, мне не говорили конкретную сумму, мне просто сказали, плюс-минус, там вот такая сумма хорошая, ты останешься с деньгами, все у тебя будет, и самое главное, скажите, что у пожалуйста, ребенка все а будет. Вот эту сумму вы вот предлагаете матери ребенка на каких условиях? На тех условиях, что она не вмешивается в воспитание ребенка. Что такое не вмешивается? Нет, что она отказывается от ребенка навсегда? Ну нет, конечно. Конечно, ей будет разрешено общение, как положено матери. Ваша честь, давайте послушаем еще одного свидетеля. Это Марина Комарова. Моя мама очень плотно общается с ее семьей. И, в принципе, Марина с отцом, они частые гости в нашем доме. Вам, Марина, тоже пояснит, что ребенку лучше со мной остаться. Позовите, пожалуйста, Марину. Слышь. Да хорошо, суд не возражает. Давайте пригласим Комарову. Мне кажется, уже все. А вы, Марина Комарова, пройдемте со мной. Что дом прекрасный, здравствуйте. Ты его там прекрасно вы живёшь. Марина Павловна Комарова, да? Здравствуйте, да, ваша честь. Марина Павловна, вас пригласил истец, аргументируя тем, что вы друзья семьи, и вы, как я понимаю, с вашим отцом близко знаете семью, да? Да, все верно. Я, в принципе, в курсе ситуации, которая сейчас происходит в семье Эдуарда.
Мое мнение, оно очевидное. Я считаю, что ребенка лучше оставить с Эдуардом. Ну, во-первых, он... У нас родители сейчас общаются часто по бизнесу, и я, соответственно, у них тоже часто бываю в гостях. И Эдуард, он обожает Мишку. Он с ним носится, в стрелялки. Если он хочет что-то, там, чтобы ему купили, то он сразу покупает. Вот недавно захотел квадроцикл. На, держи. Да и к тому же, вот ребенку на море полезно ездить. Он его куда же угодно свозит. Хоть на Мальдивы, хоть на Сейшелы. Деньги-то у них есть, это не проблема. Вон Мишка икру любит. Так на, пожалуйста. Ну, извините, а с этой мамашкой-то что он добьется? Послушай, дорогая, какая я тебе мамашка? Девочка, я знай свое место. И что ты все, у нас все икру понимаете, едят, что лучше, чтобы ребенок стал бизнесменом или нищебродом каким-то? Нищебродом. Да, и тем более, слушай, вот Инна Николаевна, девочка, она... Девочка, окстись уже. Прекрати меня перебивать. Инна Николаевна, она души не чает Мишеньке. Он для нее прямо все. Она так грезит тем, что перепишет на него наследство, свой бизнес. И она уже сейчас задумается о его будущем. Послушай, она, мне кажется, ты икры переела. Место, где он будет учиться. Вот, вы мне да, рассказывали. Да, так и есть. Я уже подобрала ему в Англии одну из лучших школ для мальчиков. И скоро он туда отправится. Что? Скоро какая отправится, Англия? Да? Вообще, да господи, что, вы понимаете, решили, если они увезут моего сына, я больше никогда не увижу. Эдик, что говорит твоя мама? Какая Англия? Пора бы мальчику уже спросить. А давайте спросим его. Он, в принципе, здесь няня действительно находится. Пусть решает. Пусть говорит, расскажет, что ему лучше, гораздо лучше с отцом любит. В родном доме, где он вырос. Вот с бабушкой. Да, хорошо, все-таки бабой. Мальчику 10 лет. Давайте Мишу Сенькова выслушаем. Мишу, пожалуйста, мама. Приведите его. Стресс сейчас переезжает. Михаил, пройдем. Вы и так его бейте, вам же никто не запрещает. Так сейчас запрещает. Мама вся глаза уже проклята на любимой. Мы всегда с тобой будем, слышишь? Мама не оставит тебя, идем ко мне, родной. Пожалуйста, пусть он хотя бы со мной постоит. Да пусть стоит, пожалуйста. Мишеньку. Мы сейчас с ним поболтаем. Миша, Мишань. Я не отдам вам своего. Привет. Я никогда вам не отдам ребенка. Миш. Мишенька, не плачь. Ну, улыбнись мне. Привет. Скажи мне, ты с мамой хочешь остаться? Да. Да? А с папой? И с папой тоже. Тоже хочешь остаться, да? И нам так же ну, а говорить. С кем ты хочешь больше-то? С мамой, с папой жить пока? Конечно. Расскажи мне. Папа сказал, надо немного потерпеть, и мы снова будем жить вместе, как раньше. Миша, когда папа сказал это? Вчера. Мы ездили навещать маму и бабушку Свету. Мы каждую неделю ездим их навещать. Мама папе напекла его любимых пирожков с капустой. Он ее поцеловал и сказал, как он ее любит и меня. Только папа сказал не говорить бабушке Инне, а я сейчас проболтался. Ну вот видишь как, мы с тобой открыли тайну, да? Хорошо. У меня просьба, возьмите Мишу, и пусть он идет в комнату психолога. Мишенька, мама никуда не уйдет, просто пойди посиди в комнате психолога, мама туда сейчас придет, не бойся ничего. Эдик, что за новости? Эдик, вот что это за детские фантазии? Откуда это у тебя? Ты мне только вчера говорил, что ты стремишься как можно быстрее избавиться от нее. Она пригрозила ему, что она лишит всех средств. Да куда тебе понесло-то вообще? Да ваша честь, она вот какую-то вот несет ахинею полнейшую. Погоди. Ничего подобного и не что было. Она сказала, никто что ничего она не боялся. Лишит тебя денег, и ты организовала этот развод. Я тебя умоляю, мама, господи. Что в чем дело? Ничего, нормально. Что мама, ты сказала? Мама все, ничего не говорил. Ты до сих пор не поняла, что вот этот развод фарс для тебя, а для моего сына нет. Что вы говорите такое вообще? Ну, да, поясните, пожалуйста, тогда. Эдик, что она говорит вообще? Я не понимаю. Так, Эдуард Алексеевич, поясните, пожалуйста. Вы стоите и смущенно молчите. Давай забирай иск уже и уйдем отсюда, отзывай. Раз уж Эдуард молчит, я готова, в принципе, все рассказать. Дело в том, Ваша честь, то, что развод на самом деле настоящий. Что? У нас с Эдуардом уже отношения. Что? Инна Николаевна и мой отец, они решили нас поженить и тем самым объединить бизнес. Конечно же,
Мне сначала эта идея вообще не по душе пришлась, так же, как и Эдуарду. Но потом мы начали общаться, притерлись друг к другу, и как понравились уже, и подумали, в принципе, что жизнь у нас бы сложилась неплохая. Ну, и мы бы давным-давно уже всем сообщили о помолвке, но вот только Эдуард попросил вот не сообщать об этом никому, чтобы вот эта лохушка, простите меня, чтобы вот эта лохушка раньше времени не узнала, чтобы мы спокойно развелись, забрали ребенка, и проблем не было. Вот в чем вся суть. Эдик, что ты молчишь? Что она говорит вообще? Я не понимаю. Я говорю правду. Что происходит Жену здесь? Жену защищать надо, а Ань, ты что позволяешь посторонним? Ну, я поначалу тебя не хотел обманывать. О чем? Ну, правда, я правда хотел как-то понарошку ради мамы развестись. Просто вот, ну, жизнь штука такая, Фу. Понимаешь? Ну, сложная жизнь. Мама сказала, что она нашла мне невесту. Мама ну, сказала. Марину. Так и будешь маму слушаться? Да перестаньте. Ну, велела, не да, плохо. Да, мама маму велела мне. Маму послушать. Я хотел, чтобы мама просто успокоилась, как-то отстала от меня по этому вопросу. А потом как-то... Наигрались. Нам очень хорошо стало с Мариной. Мама! И я полюбил ее. Я правда, я не хотел, понимаешь? Я не хотел, чтобы так получилось. И тебе не говорил, потому что боялся. Вот всех этих проблем я не хотел. Сопельки в мамин платочек. Анна Викторовна, меня сейчас интересует ваша позиция. Вы согласны на расторжение брака? Да, вы знаете, ваша честь, я думаю, но настаиваете на том, чтобы ребенок оставался? Да, пускай, пожалуйста. Я еще прошу, послушайте секундочку, пожалуйста. Я же имею право требовать алименты. Уж, пожалуйста, присудите, если они мне положены по закону, сколько мне полагается, мне очень деньги. Я должна воспитать своего сына. От них мне ничего не надо, от этой семейки, ни копеечки. Больше ничего не надо. Мне нужны по закону положенные алименты, чтобы вырастить своего ребенка. А ты бесхребетная, просто маменькин сынок. Блин, как тебе не стыдно, Эдик, я так тебя любила. Вы знаете, мне мама говорила, не лезь в эту семейку. Ищи среди простых ребят да, себе мужа. Не послушалась, жалко очень. Мне ничего не принес этот брак. Я прошу вас, разведите нас и просто оставьте со мной сына. Суд удаляется для вынесения решения. Эдик, как ты мог, Эдик? Оглашается решение суда. Суд вынес решение. Иск о расторжении брака удовлетворить. В иске об определении места жительства 10-летнего сына по месту жительства отца отказать. Удовлетворить иск матери ребенка. Определить место жительства 10-летнего сына по месту жительства матери. Взыскать с отца ребенка в пользу матери ребенка на содержание несовершеннолетнего сына алименты в размере 1/4 заработка или иного дохода ежемесячно до совершеннолетия сына. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Суд определяет место жительства 10-летнего сына по месту жительства матери, потому что отец ребенка не намерен сам лично заниматься воспитанием сына, а в исполнение желания своей матери он намерен отправить ребенка на обучение в другую страну, не считаясь с мнением ребенка и его матери. Решение суда вам понятно? Да. Если да, стороны не согласны с таким решением, обжаловать можно в установленные законом сроки. Обязательно обжалуем. Судебное заседание объявляется закрытым. Надолго это все. Да. Я заберу своего сына Мишка не задержится в вашей семейке, это вот я серьезно вам говорю.